Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 14-летнего возраста, состоялась 19 февраля в администрации Верхнеуральского района, в день пятилетия присоединения Крыма к России. В торжественной обстановке 32 подростка получили главный юридический документ и вступили в пору гражданской зрелости. Паспорта юным гражданам Российской Федерации вручали заместитель главы района по социальным вопросам Сергей Машкин и председатель собрания депутатов Иван Машкин. Гости церемонии произнесли добрые слова напутствия, пожелали виновникам торжества быть добропорядочными гражданами нашей страны, хранить и приумножать российские традиции. Затем ребятам рассказали о правах и обязанностях владельца документа. С сегодняшнего дня вы несете полную ответственность за все свои жизненные установки, за все свои поступки. Ну, что бы еще хотелось пожелать? Ну, пожелать вам успехов в учебе, закончить школу, получить достойное образование и быть достойными гражданами своей страны. Ну а родителям пожелать здоровья и дальнейших успехов. На память об этом важном дне подросткам также вручили памятные подарки. Основной целью мероприятия является воспитание у подрастающего поколения чувства гордости, ответственности за свою страну, развитие патриотизма у юных жителей Верхнеуральского района. Россия, как синюю птицу, тебя бережем и чтим. А если нарушат границу, мы грудью тебя защитим. И если бы нас вдруг спросили, а чем дорога вам страна? Наверное, тем, что Россия, как мама родная, одна. На церемонии вручения также присутствовали родители и близкие юных школьников, которые пришли поддержать ребят в этот торжественный для них день. С благодарностью они отзывались о мероприятии, которое, как уверены сами родители, станет для ребят первым главным событием в их взрослой жизни. В завершении торжественного мероприятия была сделана общая фотография.